что всем привет. Мы в Нижнем Новгороде. Проехали уже первую часть тренировки. Вот, поднастроили подвеску. Поняли траекторию, послушали брифинг с утра. Вот. В целом есть понимание, как ехать. На Тимониной машине уже у нас некоторые проблемки есть. Парни снимают мотор, чтобы вторую часть тренировки успеть проехать. В целом все хорошо. Кстати, будет сегодня у нас прямой эфир от Саши Смирнова. Он будет побольше информации вам давать. Подключайтесь, смотрите. Вечернее время.